До покупки франшизы мы с братом учились в железнодорожном университете, потом отработали 6 лет на железной дороге, поняли то, что это совсем не наше, решили открыть свой бизнес. Были постоянными покупателями сети Пивко, видели, что товар пользуется спросом, тому же знакомый открыл магазин, купил франшизу. С ним пообщались, он дал рекомендации, советы, решили открыть свой магазин. Трудности были у нас с подбором помещения, долго не могли найти подходящее место. Приезжал менеджер Пивко, анализировали с ним несколько мест, в итоге определились и запустили магазин. После подписания договора команда Пивко помогает на всех этапах, начиная от ремонта, заканчивая подборкой и доставкой товара. Также хотелось бы отметить, что есть персональный менеджер, который поможет в любое время. 2 недели назад мы открыли второй магазин, и с первого дня у нас были уже неплохие продажи. Надеемся, что эту точку мы прокачаем как надо. Будущим партнерам я хотел бы посоветовать ответственно подходить ко всем вопросам, советоваться с менеджерами, потому что команда опытная, знают, что делают. И самое главное — не бояться. Я считаю, что самое главное — не надо бояться. Если решил, то все, конкретно уже делать, искать место, сконсультироваться с менеджерами.